Где короткая, это что-то длинное все время пускает. Снова Галат мы будем читать, наверное. Второй? Да. Расскажи. Привет. Здорово. Привет. Привет. Ну, это ведь... Привет, он говорит. Привет, он говорит. Ну, честно. Галат он точно. Да нормально. Галат он приехали практически как человек. Брат Николай, как вы? Рад тебя видеть. Рад тебя видеть, брат. Очень. От всей души. Брат, никаких гвоздей. Не забудь нам еще жить и жить с тобой. Ну да. Как вам переживать? Выбирай себе место, где находи внимание. Брат, души же за меня. Царю небесный, утешителю души сыны, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Боже, будь милостив к нам грешным, прибудь с нами и прости нас. Господи, благослови нас, Тебе за все хвала. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пока батюшка в алтаре, мы прочитаем толкование сегодняшнего чтения. Слушаем внимательно, успокоились. Сегодняшнее чтение. Послание Галатам святого апостола Павла. Глава 2, стихи с 16 по 20. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стих 16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Мы оставили закон не потому, что он недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто не мог исполнить его дел, трудных и неудобно исполнимых, не по причине их величия, но скорее вследствие мелочности. Или иначе, потому что он души не освящал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне, а впереди скажет, что оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа. Стих 17. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Толкование. Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон,
Как же вы говорите, что грешно оставлять закон? Ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом, Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения, тем, что убедил нас отступить от закона. Доведя речь до нелепости, Он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда Он делал в предметах вообще спорных. Стих 18. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Толкование. Заметь его мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он напротив показывает, что соблюдающий его есть преступник, идущий не только против веры, но и против самого закона. «Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его». Впереди он укажет на это. А теперь пока говорит, что закон пристал, и это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться восстановить его, то оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом. Стих 19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Толкование. Объясняет, каким образом он оставил закон и говорит: «Посредством закона благодати и Евангелия я умер для закона Моисеева». Или умер, говорит он, для закона посредством закона. То есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведший меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану соблюдать его, опять нарушу его. Или же таким образом. Закон повелевал неисполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему, да не повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнять дел закона, и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал: «Как же ты живешь, когда умер?» Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обретший меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Сугубое чудо оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Толкование. Словами «я сораспялся Христу» указал на крещение, а словами «уже не я живу» на жизнь после сего, через которую умирает наше тело. «Но живет во мне Христос», то есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. И наша вера умерла, и живет Его, и наша воля умерла, простите, а живет Его и управляет нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в закона, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона. То, что я сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть, как преступникам.
Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею смертью. Так что и это самое, жизнь чувственную и плотскую, мы имеем через веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Хотя Он за всех предал Себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос и что даровал, и, возгоревшись любовью, общее приписывает себе, как и пророки говорят, «Боже, Боже мой!», а вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы он умер ради него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые уверовали в него. Так что держащийся закона показывает, что Христос не умер для него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа? И заметь выражение, предавшего себя ради Ариан. Богу нашему слава! Во веки аминь. Как было уже объявлено на сегодня, у нас годовое отчетно-перевыборное собрание. Повестка дня. Перерегистрация членов общины. Первое. Второе. Отчет о проделанной работе старшей сестры, сестры, казначея, секретаря за отчетный период. Выборы третье. Выбор старшей сестры, сестричества, казначея, секретаря. Отчет о проделанной работе членов церковно-приходского совета за отчетный период. Пятое. Выборы членов церковно-приходского совета. Шестое. Отчет о проделанной работе исполнителей-наблюдателей за отчетный период. Выборы. Седьмое. Выборы исполнителей-наблюдателей. Восьмое. Отчет и выборы в ревизионной комиссии. Вот. По первому вопросу. Значит, перерегистрация общины. Мария Геннадьевна, пожалуйста. Так, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нас было 52 человека. В этом году у нас 48 человек. У нас в списке в этом году включена Дрога Петросиня Андреевна, как достигшая совершеннолетия. И 5 человек выбыла из нашей общины. Одна сестра отошла у нас, Щукина Леонила Алексеевна. И 4 человека у нас исключены из списка общины, как уже продолжительное время не посещающие нашу общину. Погромче немножко говоря. И я сейчас перечислю, кто у нас включен в члены нашей общины. Алфимова Людмила Степановна, Барышникова Валентина Алексеевна, Бауэр Эдуард Викторович, Борисова Валентина Павловна, Брудкова Любовь Петровна, Гладыщук Елена Александровна, Головач Андрей Игоревич, Головач Дарья, Гончарук Александра Михайловна, Дмуха Константин Георгиевич, Дмуха Надежда Александровна, Дмуха Ксения Константиновна, Дробот Енафа Андреевна, Дробот Ефросинья Андреевна, Дробот Иоанн Андреевич, Добунов Игорь Владимирович, Добунова Марина Геннадьевна, Жолнарова Нина Александровна. Несмотря на то, что Нина Александровна проживает в другом населенном пункте, но она продолжает нас посещать, и она обратилась с личной просьбой не исключать ее из членов общины. Чего она... ради исключать? Она исповедуется, посещается. Да, да. То есть, несмотря, ну, чтобы ни у кого не возникло вопросов, что она не проживает в городе Барнауле, но тем не менее она является членом нашей общины. Загуляев Алексей Викторович, Загуляева Галина Александровна, Загуляева Ливия Александровна, Загуляева Наталья Валентиновна, Зверева Маргарита Александровна, Капустина Татьяна Кузьминична, Коряковцев Михаил Петрович, Кручина Анна Александровна, Кручина Николай Павлович, Кудрявцева Галина Николаевна, Лапкин Игнатий Тихонович, Лапкина Надежда Васильевна, Кащенко Владимир Александрович, Петеримов Виктор Анатольевич, Петеримова Алевтина Пантелеевна, Петеримова Лариса Ильинична, Политыкина Елена Валерьевна, Польгуев Николай Валентинович, Польгуева Надежда Ивановна, Попов Вадим Викторович, Попова Надежда Андреевна, Пупков Сергей Павлович, Сироткина Антонина Севастьяновна, Сокольских Валерий Сергеевич, Третьяков Игорь Владимирович, Третьякова Юлия Викторовна, Потеева Любовь Николаевна, Цингаева Татьяна Александровна, Шубина Зоя Николаевна, Яковлев Виктор Андреевич. Сколько всего?
Всего 48 человек. 48. Без детей. А детей сколько? Детей, они у нас в списке не входят. Пока, ну потому что пока они не достигли совершеннолетия, они не являются членами общины. Достигнув 18 лет, они подают, либо не подают заявление. Ну, они с родителями все равно должны как-то их мать, сколько у нас детей. Это так не надо, как якобы их нету. Они есть, а как бы не было их. Ну, в списке общины они не входят. Мы сейчас идем и именно делаем перерегистрацию. Ну, просто сколько детей? Членов общины. Членов общины и сколько детей? Я не считала детей. Ну, да, посчитай. Несовершеннолетних 8 осталось. 8. До 18 лет 8. 8. 8. И там всего сколько? 48. 56. С детьми у нас 56. Вот так вот. Значит. Так, ну и следующее. Работы за отчетный период. Старшей сестры Татьяна Кузьминична. Кратко, четко. Ну, вы знаете, что я, в общем-то, передала полгода назад, передала дела все, кассу, все передала Людмиле Степановне. Ну и как бы я продолжала существовать, что-то делала, ну, так, как бы, простите меня, Христа ради. Вот. Ну, жизнь общины у нас все идет. И больше держится, конечно, на наших наставниках. А мы все что-то постарели. Вы о плодиной работе. Какая работа, что вы говорите? Не хвали нас, а давай. Очень большая работа была по храму проделана. Да. Это, конечно, у нас вот молодые люди, молодые члены общины взялись. Молодцы. В свое время мы когда-то вот так вот наклеивали. Самодеятельность такая была. А сейчас очень хороший ремонт они провели. И большая им благодарность за это. И Михаилу Петровичу тоже благодарность. Брат Михаил. Он тоже много потрудился. Да. Вот. Ну так. Больные. Виктор Андреевич у нас всегда помогает, все обращаемся к нему. Ну, как бы, сейчас больше по телефону, мы старшее вот поколение, больше по телефону созваниваемся, кто болеет, молимся за всех, молимся здесь, молимся за всех. И сейчас такое содружество большое, это, конечно, благодаря Игнатию Тихоновичу, что молимся каждое утро, вот в 5 часов утра он сам молится и подвигает, в общем-то, и нас всех на это, хотя нас мало входит, в основном вот кто где-то находится далеко. Вот. Ну и все. Все, слава Богу, садись. Так, казначея нету, казначея это Алфимова нету. Отчет секретаря. Пила текущую работу. Аминь. Так, у нас несколько раз уже было просила старшая сестра ее, значит, это, освободить. Было так, да? Да. Да, было. Вот. Ну и в связи с болезнью я долго все это держал и уговаривал, но, наверное, придется нам переизбрать. Согласна ты, Татьяна Кузьминична? Да, надо, вот у молодых и машина есть, и все. Все, понятно, Степана понятно. Анна в больнице. Все. А как посетить? Так, я вот с радостью бы бегом. Долго думал, кого и как на это предложить вас. Вот, всех потихоньку перебирал. Всех, даже ночью проснусь и начинаю перебирать. Так, это нет, это не подходит, это тоже нет. Кто-то там это нет. И несколько раз сходился на одной кандидатуре. Думаю, это будет более такая кандидатура, которая и деятельная, и машина есть у нее, и она может и позвонить, и организовать. Это дмуху надежду. Как? Согласны, братья? Одобряемся. Единогласно. Аксиос. Против есть, что нет? Аксиос. Аксиос. Ну вот так вот отмечаю. Значит, старшая сестра у нас будет
Так она Надежда. Молчит. Не старая, а старшая. Она-то что молчит? А ей что говорит? Ну, так, что? Она сейчас... Ей портфель не так, она еще не сказала. Не побивайте, Николай. Николай. Батюшка благословил. Я, прежде чем это, я поговорил уже. Все, она не против. Если она сказала, ой, нет, 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 она молчит. Все, она согласна. Ну, молчание не всегда знак согласия. Но согласна здесь уже. Это правильно. Так, ну и что здесь тогда? Выборы старшей сестры. Дальше. На должность старшей сестры, значит, Гмуфу Татьяну. Казначея. Казначея Людмила Степановна совсем. Она давно уже и... То есть, идет. Хотя бы у нас и не так и казна-то большая, что, но все равно нужно это как-то беречь ее. Поэтому я предлагаю Загуляеву Наталью Валентиновну. Наталья Валентиновна. Ну, мы разговаривали, что надо вот разделить, я же летом здесь не бываю. Ну а тебе что бывать-то? По телефону можно позвонить, там что это? У нас же осуществляется сбор денег. Еже воскресно. Я готова взять на себя сбор денег. Ну и там это можно это не в этом дело. Тебе здесь ты уже, как сказать, опытный такой, где сальдо бульдо можешь свести. Ну, отчетность-то понятно, конечно. Да. Уже вот и все. Так. Аксиас. Аксиас. Деньги принесут. На должность Загуляю Наталью Валентиновну. Согласны все? Согласны. Аксиас. Так, и на должность секретаря общины. Вот. У нас сколько лет уже, наверное, от основания общины? С 12-го года. С 12-го года. Марина Геннадьевна. Все. И я думаю, лучшего секретаря нам пока никак не найти. Вот, все она по порядку идет, и я предлагаю ее, значит, оставить на должность. Потом она будет уже у нас как ветеран. Это должность. Мы ветеранское удостоверение. А годы будут? Будут. Значит так, против нет этой кандидатуры? Нет. Нету. Все. Больше. Секретаря общины. Все. Ну, о старости здесь ничего нет. Староста у нас это... В прошлом году были перевыборы. В прошлом году, да. Поэтому... Раз в 3 года. Ничего нет. Поэтому староста у нас... Остается. Вовеки веком. Доклад о работе членов. Доклад о работе членов Церковно-приходского совета отец Аким. О, а я что буду докладывать им? Церковно-приходской совет в следующем составе у нас был Бауэр, Дыбунов, Кручина, Польгуев и Яковлев. За все время у нас ни разу церковный совет не собирался. Не было к этому, скажем, ну, случая такого. Тогда разбирались, а на собраниях было там на таких, какие что было. А так, чтобы церковный совет, это что-то... Ну, допустим... О ремонте советуйте, надо ли это или делать. Ремонт-то небольшой был, но мы посоветовались, как отопление, допустим, сделать. Здесь уже мы тоже на собрании мы как-то посоветовали. Хотя это мог бы и церковный совет собраться. Но так решили, значит. У нас перед крещением батюшка был совет, условно собирался. Ну, но не перед... в полном составе. Поймите, у нас перед крещением церковный совет собирается. У нас когда было, когда мы крестили и принимали в общину, это было. Сегодня у нас люди приезжают на один день, все интернетовские. В этом году были крещения, все интернетовские. Поэтому здесь оно никак. Они покрестились у нас, где-то они были в Москве, там с кем встречался. Они ходят там в храмы, где приходы, там в храмах другой устав, другой там порядок в храме, где они ходят уже. Понимаете, что это не члены наши. Поэтому здесь наш даже церковный совет, а может только... Ну что, поговорить как-то, а резко не может принять решение. Они порой люди давно уже ходят, а сколько это, они знают, крещеные они или не крещеные. Наконец нашлись где-то и думали, так я, говорит, наверное, не крещеный, надо мне покреститься. Видите как, приезжают сюда покреститься, хотя можно бы и там найти, где полным погружением. Но здесь они пока приезжают, 2 недели живут, и то, что нам что-то сделают, помогут там это. Вот. В этом году, видишь как... Сделали, хорошо, помогли. Мы только закончили эту работу 26 сентября, которую нам помогли братья, которые приезжали.
Так, ну и приход, церковный приход совет я предлагаю в том же составе оставить. Вот. Хотя Николай Курчина, видишь, здесь нет, но это надо я с ним уже поговорю, как он это... Он в деревне есть, он не может уехать, он скотиной живет, и он приехать не может даже. Корова там доить надо, молоко там это... Они вроде продавать собрали. Ну, не знаем пока. Поэтому у нас, значит, церковный совет Бауэр, Дыбунов, Кручина, Полегуев и Яковлев. А я предлагаю вместо Кручина и Николая Павловича избрать Сокольских Валерия. Подожди, я сказал тебе, не торопись вперед, батька. Не надо, я сказал, не надо пока, как это. Ни с человеком не разговаривали, ничего, это будет, это не по-каповски, понимаешь? Никак это, нельзя так делать. Вот. Должны поговорить, обсудить, как это, с ним поговорить надо. Так, значит, в прежнем составе оставляется. Батюшка, можно? Так. У меня самоотвод. Это разрешено законом. Не потому, что там я, там, как сказать, там не согласен или что-то, но молодым везде у нас дорога. То есть я уже старый, мне уже... Старикам почет. Нет, ну почет, я буду сидеть в прижиме, это понятно, как почетный член. Так, а кто у нас здесь молодые, это в этом? А молодые вот, Валера. Брат Константин, мне вот очень нравится. Константин. Я прям влюблен в него. Я предлагаю его кандидатуру. А Виктор Андреевич старше тебя или моложе? Старше. Конечно, старше. Старше? Конечно. Ну вот, а ты говоришь молодым, давай. Значит, Виктор Андреевич остается, а ты дыгаешь, уходишь. Нет, у меня самоотвод. Вот самоотвод, в футбольной команде есть запасные игроки или где-то. Но они время от времени не играют. А у нас что-то одни вот эти как бы... Ну ладно, не буду говорить, короче говоря. Старые. Будем так говорить. Не то, что глупые, а старые. Ну, пусть молодые попробуют свои силы, мышцы потренируют. Под надзором. Язык и прочее. Тем более деятельность моя уже сводится, ну, к минимуму. Будет Николай, да. Царь где когда-то, он всегда, прежде чем принимать, говорит, отчитаемые какие-то там, старейшин призывал, не молодых, а старейшин, которые мудрые в жизни, там, в познании чего-то, и с ними советовал. Вы думаете, что сегодня, о, президент какой, он все знает. Везде, смотри, и там и хозяйственные вопросы, там житейские решить, военные. Такой он умный. Да нет же, конечно. У него там, может быть, сотни советников всяких. Отовсюду советники есть. И по той проблеме, там, по атому, по вооружению, надо нет войну. Советники у него. И советники не молодые, а опытные уже. Понимаешь? Батюшка, ну, а ключевое слово советники. А советника может хоть кто. Из общины 50, нет, 48. Я пришел, привел пример, что советники выпивают опытных в жизни. Ну, который человек опытный в жизни. А у нас сегодня, я встречался так, мне, говорят, только положил священник, мне было 18 лет. И что? Я, говорит, я не знал, что приходит ко мне, говорит, исповедуется там бабушке, там женщина. Я, говорит, не знаю, что сказать им. А в Греции, я знаю, там приход, там, рукоположили священника, он не имеет права исповедовать до какого-то там периода, там, до 40 лет или там больше, он не исповедует. Все, служит литургию, там крестит, но не исповедует. Исповедует более опытные старые священники исповедуют. Ну я исповедую, пожалуйста. Ты дома исповедуй надежду свою. Старый конь борозды не портит. О-о-о, привел еще. Ты скажи еще, где это приводит еще эту пословицу? Так, ну ладно, Николай. Че? Да не принимай, надо раньше, это надо было раньше обсудить. Ну как, вот ну ладно, пока останется. Мы хоть один раз соберем церковный совет. Хоть раз, когда у нас он поработает тогда, а то у нас ни разу не собиралось, мы ни разу не работали. Да. Так вот поэтому и все, уже некому тащить-то, все, выдохнется. Не то с некому, у нас нет причины собираться, у нас все идет благодатно, хорошо, мирно. Ровно. Ровно идет, поэтому мы и ни разу не собирали. Собирается всегда церковный совет, когда что-то экстренное нужно, общее собрание не собрать. А этих быстро позвонили, так быстро приезжайте, нам нужно срочно решить вопрос, который не терпит отложения. Вот. Понимаешь, как делается?
Поэтому так, я пока сотвор не принимаю твой. Пока потерпи. Все, в прежнем составе. Ночка, есть предложение. Можно? Так. На один год выживается, на один год. В прежнем составе. Предложение, Виктор Андреевич. Виктор Андреевич. Скажите, вопрос такой. А количество членов Церковно-приходского совета, оно установлено? Устава? Не знаю. Я думаю, что установлено устав. Сейчас я посмотрю, скажу. От количества людей. Да это нет. Я предлагаю, может быть, не меньше трех должно быть. Константина Георгиевича ввести дополнительно. Кандидат, а посмотрим члены политбюро. Да, кандидат. Кандидат. Потому что он действительно очень активно работает для спасу нет нашей общины. Во многих вопросах. Константин Георгиевич. Да, да. Да, это сейчас минутку буквально. Ну я не знаю тогда, что. Ну давайте будет что, шестым тогда будет. Да. Числится. Ну хорошо. Все согласны? Сейчас скажет юрист. Сейчас по уставу, чтобы было. Ремарка юриста. Да я думаю, лишь не будет. От двух до шести. Ну вот, шестым и будет. Срока или чего? Срока или чего? Нет, это дополнительно. Количество, до шести может быть. А у нас не хватало одного, значит, давай тогда так. Константину. Вот так, и наблюдатели. У нас наблюдатели Дыбунов, Польгуев, Яковлев, Гончарюк, Петеримова. Бачка, у нас еще ревизор. Ревизор? Еще не дошли. Не дошли? А что, нет? Нет, потому что ревизор-то у нас в уставе, а... Не, у нас ревизионная комиссия. Так, докладывает Сотзатюкович исполнительный наблюдатель Дыбунов. Все, никаких не было нареканий на нас, ни от батюшки, ни от старосты. Ну, там, у кого там юбку подтянуть и так далее, просто сами говорили там уже, и все. Братья молчат, сестры, ну, как всегда, что-то бывает с рыбкой. Ну, чисто потому, что они сестры. Очень громких таких скандалов не было ничего. Ну, слава Богу. Да. Ну, и все тогда так. Ревизионная комиссия. А выборы? Кого? Исполнительные наблюдатели. А, да кто никого, все в прежнем составе оставляем. Чего мы их по воде выбирать? У нас. А так будем выбирать, у нас все будет только перед должностнях. Нет, будет. Ну мы просто должны отметить, да. Что все эти... Дыбунов, Полевоев, Яковлев, Гончарюк, Петеримова. Все работали слаженно. Слаженно, да. Работали. Вот все, видите, старший наблюдатель, слаженно работали. Отмечаем. Да. Остается свет. Так, дальше, ревизионная комиссия. А в ней были кто у нас? Загуляева Наталья, Петеримова Алевтина и Жолнярова Нина. Вот. Ну, здесь я не знаю, что сказать. Они что ревизируют? Ревизионная комиссия. У нас может быть ревизор и одновременно казначеем. Да. А мы еще, это то, что было в прошлом году, а следующий пункт, выборы на этот год. Там уже другие фамилии. Ну, кто у нас здесь? Петеримова, Жорня... Восьмой пункт, все, переходим к восьмому пункту. Подожди, а это как остается? Ко второй ревизионной комиссии остается? Восьмой пункт. Голосуй. Следующее. Прежде избрать комиссию сроком на один год. Ага. Петеримова Левтина. Дропот Ефросинья. А Ефросинье сколько лет? 18 исполнилось. 18. Ну, я говорю, она уже... Петеримова Левтина, Гладыщук Елену предлагает, и Дропот Ефросинью. Ну, я не знаю, Ефросинья. Не молодая ли еще? Серьезная зато. Пусть учится. А? Серьезная зато. Серьезная. Пусть учится. Чего? Пусть она входит. Состарится в когда-нибудь. Надо молодежь. А ревизовать-то она кого будет? Ну вот, например, кассу снимать, ревизионной комиссии, сборы какие-то. Но тем не менее, батюшка, когда у нас была проверка, да, Севастьян, то одна из требований протокола ревизионной комиссии. Видишь ты.
Ну, они, видишь, у них шаблон есть, как это другим храмам там. Кончился, месяц кончается, здесь на стол вываливается всех кружек. На одной кружке написано на плащаницу, на другой там на цветы, на третьей на ремонт храма, на четвертой на иконы. А потом все вместе высыпают это и считают, сидят за столом. Тогда ревизионная. Здесь ревизионная комиссия, все сколько там собрались, сколько денег. Там так, в храмах так было. У нас-то там... Ну есть. Ну что, ну пускай будет так. И у нас по закону. По закону. А, ну все здесь. Ну что, единогласно? Да. Куда-то может. Да, все. Мы же единодушно недомысленные. Получается, так. Люди сдали на плащаницу, а потратили, получается, не понять на что там, если все вместе. На что, что нужно, на то потратили. На что нужнее? Потратили нормально. На плащаницу, само собой бы. Так, ко мне какие вопросы есть? Ага. Но все, урожай собрали в деревне, все полностью. Все урожай собрали полностью. Теперь не знаю, что делать с урожаем. Новые житницы строить. Молиться надо, что? Эти ломать. Но новые-то на что строить? Сейчас набрали, кредит это набрали. А цена такая, какой не было. 6 рублей килограмм пшеницы. Ужасно. От 6 до 8. А в том году было? А булка хлеба. Продается. Если килограмм брать хлеба, 80 рублей. Да. Полкилограмма 40, так 80. В 10 с лишним раз. Да в 15 раз считай. Но. А и что теперь? День договорились напрямую с предприятиями какими-то. Договорились, найди. Каких тысяч? Каких предприятий? Предприятия все знают, какая цена. Они конечно. Звонят, есть, есть. По сколько? По 6 там. Ну, доходит до 8, не выше 8. Это выше 8 это уже предел. Никогда такого не было. А в том году сколько было? А в том году было хорошо, поэтому в том году немножко фермеры вздохнули. Взяли там в то комбайны купили, там машины какие-то купили, смогли купить. Потому что было там, кажется, 15 или... Андрюш, не помнишь, сколько в том году было? 18. 18 было. Три раза. Два с половиной раза больше. Вот так вот. Три раза дали. Да. И урожай был хороший. В этом году урожай неплохой, хороший урожай. Но сейчас вот свалили барабаш, все. Сейчас его всю зиму будет он перегонять с места на место, чтобы не залежался. Понавалил он под самый потолок, там, считай. Ну вот как вот потолок вот такой, ворох там навалили. Это в складе-то навалено. Так вот. Ну, об этом так. Да. Государство вообще этим не занимается, не собирает, не ездит, да, по деревням. Сейчас никто не ездит, никто не собирает. Сейчас все по телефону договаривается и... Интернет. Я как-то раз, это было, может быть, лет 20 назад, я ехал с Новосибирска, и нужно было на попутное, я попутно проголосовал, посадил меня человек. Когда разговорились, он, знаете, такой с Потеряевки, он... Про Потеряевку знал. И знаете, Игнатия Тихоновича там, я уж не помню, как фамилия. Он занимается зерном. Ну и разговаривается о зерне, я говорю, как зерно-то вот дешевое. Мы. Ну, батюшка, это так, вы, говорит, работаете, а мы, говорит, зарабатываем. Я, говорит, вообще зерно не видел, лопату в руках не держал, а перегнал сотни там тысяч тонн зерна, перепродал. Он его не видел, даже зерно. А вот, так вот. Вы работаете, говорит, а мы зарабатываем. Вот такое есть. Еще какие вопросы? Ждем Царства Небесного. А? Нету, нету, батюшка. Ну, нету нет. Справедливости на сей земле. Слава Богу, нету. Ну, что сказать тогда? Я... Поздравьте нас. Перед... Я просто поблагодарить, что я просил. Я... Нет, поездка была у меня. Я... Туда, где призванные, мобилизованные воины наши, в Омске. Я поехал туда, значит, повез там, что там навязали, Люба навязала носков, я попытался вязать тоже, но не успел даже одну пару связать, запутался там в этих петельках. Да, но я вязал как хорошо, а что, я 30 лет, наверное, в спицы не брал в руки. Но позвонили, когда говорят, этого ничего не нужно, потому что гуманитарки много, говорит, там их завалили этими вещами. Ничего есть вещи. Так, ничего. Ну, я собрал там меду, стаканчиков 20 наложил, там по 200 грамм коробочку. Там раздадут, хоть чай попьют.
Долго искали. Там меня встретил батюшка, отец Василий Савельев, зарубежный батюшка. Я не знаю даже, кто они, кому принадлежат. Меня встретил, увез в храм, покормили, вызвал другого человека, там Володя. Он на «Жигулях», машинка такая, это «Копейка», как называется. Мы долго искали. У него навигатор завел нас, проехали, а там дорога, трасса посередине перегорожена. Где нужно поворот, там не сделал, он проехал, теперь еще километра 3-4, наверное, туда проехать. А теперь проехали там, опять проехали. Теперь в это крутились, ну, наконец, как-то выехали там. Нашли там, спросили, говорит, где танки? Мы смотрим, два танка стоят. Друг на друга дулами стоят. На постаментах танки там возле трассы. Подъехала машина, вышел пожилой старик, и с ним ребятишки, четверо ребятишек. Ну и они к танку становятся, к танку-то. Он так, внимательно, так, все, начинаем. Он снимает, значит, это видео. Они все, победа будет за нами, победа за нами. Ребятишки вот такие, чуть побольше, значит, он это. А дед их снимает возле танка, что победа будет. Ну, такой, я спросил, говорю, где военный городок 14, нам проехать туда. Он говорит, да дальше прямо ехать сейчас вот по этому. Да, мы поехали, потом развернулись. Ну и поехали. Они там в тактическое поле, были на поле все там на учения. Там КПП, туда не пройти. И чтобы туда надо было заранее делать это, проехать. Пропуск. Пропуск выписать, да, там... Их на это, человек, наверное, 10 на КПП этих солдат. Там машин много, кто эти, приехали родственники, видать, посещение. Ну, я созвонился, Никита пришел. Пришел где-то, он через полчаса примерно подождали. А там ветер, поле, это чистое поле, ветер такой, даже пронизывает насквозь. Ну, пришел, я отдал ему эту коробочку-то, все. Там мать там еще ему какую-то теплую тужурку передала. Ну и все, и мы поехали, он меня привез, там я уже ночевал у диакона, протодиакона, когда приезжал, у нас был старый протодиакон, 85 лет. Рядом у них автовокзал. Следующий день, понедельник, он свободный у меня, потому что билет взятый только на вторник был у меня, с Омска, ехать сюда на московском поезде, чтобы у нас там вылезти. Я думаю, слежу я в Тюкалинск, там 130 километров от Омска на автобусе. Вот автовокзал рядом, я там служил, два раза храм строил, первый раз новый, когда я помогал строить. А потом я уже там был настоятелем, храм сгорел, я вновь его восстанавливал. Остались только кирпичные стены одни от храма. Все выгорело, дотла. Поджог, были признали, потому что был поджог. Ночью это было, в 86 году. На свете мы служили, свете было, кажется, в субботу, а на воскресенье ночью храм сгорел полностью. Ну, я поехал, приехал. До храма дошел, там уже, конечно, там колокольню еще построили храма. В храме одна бабушка. Я говорю, а батюшку можно? Батюшки нет, его нет сегодня, и завтра батюшки не будет. Он уехал куда-то. Сказал, меня не будет два дня. Ну, я взял у нее телефон, она набрала номер, я позвонил. Отец Дмитрий. Тогда я кто? И отец говорит, о, я с тобой хотел как-нибудь познакомиться, встретиться. Че, у меня там... Ефросинья, еще прихожанка, которая, когда я служил, она была и живая, там одна осталась уж такая. Она все время, что нужна, вот отец Аким говорил, отец Аким делал там и все. Говорит, я думаю, что за легендарная личность такая, отец Аким, надо познакомиться. Я, говорит, в Омске буду. Я говорю, ну хорошо, я приеду, говорю. Я еще хотел, говорю, встретиться с батюшкой, ты не знаешь, военного, который в военном городке. А его тоже сказали, два дня не будет. Он говорит, приезжай, здесь встретимся. Ну, я приехал, он меня там встретил возле автовокзала. И поехали мы там по городу. Вот, там он кафе завел, там по обедам покормил батюшка-то. Этот. Потом уже мы вечером в 7 часам дождались того батюшка, отец Сергий, который там с воинами, вот, опекает воинов. Это, там служит, и храм там у них есть, служит он. Вот. А оказалось, что этот Сергий, он служил в Исилькуле. А в Исилькуле я строил храм и там служил. Тоже. И всех, кто прихожан-то, всех он там, которых похоронил, всех это знает там, которые близкие были такие. С ним мы и познакомились. Они собрались ехать в Славгород. Славгородский епископ Антоний, как бы друг, они дружат, вместе в академии учились.
Вот. Алтайский край. Ну, я с ними, да, Алтайский край. А у меня билеты взяты на это. Ну, я думаю, позвоню, куда отменит там это. И я с ними на это. И мы с этим, с батюшкой, с военным, там мы 11 часов на заднем сиденье сидели и побеседовали все. На машине. Вот. 11 часов ехали от Омска до... Это ночью ехали. Да, выехали в 7 часов вечера, приехали в 11, в 6 часов утра. Приехали. Ну, они там к нему, а я возле вокзала, говорю, оставьте, возле вокзала. Я так, зачем я туда? Я в 10:20 автобус идет до Барнаула, я на автобус этот, и все, уехал. Вот так вот. Вот так было, так чудно было, что я хотел хоть с одним-то, я не думал, что встретить, а здесь с одним, потом с этим-то, и оказалось, что вместе все, и вот так вот. Такое совпадение было. Ну, все, все. Там он их опекает, спросил, как, ну как. Вот сегодня было у меня там крещение было, венчание было там у него, вот, венчает. Видите, когда это случилось, то стало гражданский брак как бы приобрел настоящее лицо. Все побежали скорее регистрироваться. Мужа-то призывает, а у нее двое детей там, там один, двое, она остается, она никто ему. Случится, что она ничего не будет получать. И все пошли регистрироваться, венчать все сразу. Вот. А то говорит, а какой, зачем печать в паспорте, и мы и так это, печать не важно, там это, будем так жить, ага, так жить. А как это, то все это как-то было в Барнауле, показывали, когда их первые дни призвали, прямо на площади там регистрировали их, гражданские, выписывали им это. Прямо на площади регистрировали. Ну вот такая была поездка. Ни с кем там, с воинами, ни с кем больше не встречался я. А нет, ну он пришел, кашляет, чихает, сопатит, что, да мы, говорит, все здесь такие, говорит, это. Ну, живут в палатках, палатки как-то отапливаются, ну как можно палатку отопить, я не знаю. Это чумы там на севере, там у них оленьи шкуры, все-таки тепля, это палатка же она... Надышишь. Какой там надышишь? Ну, вот так вот. Когда будут отправлять, спросил, он не знает, говорит, будут или нет. Возможно, даже, может быть, и не будут даже отправлять. Вот до Нового года. Если до Нового года там все справится, закончится, то их, говорит, распустят домой. Заморозят. Вот. А если нет, а может быть даже там по другим случаям, то их оставляют, может быть, даже границу там охранять с Казахстаном. Там что-то тоже в Казахстане шумят. Вот. Вот так вот. Такое. Слава Богу. Да. Мама спрашивает, что мед будет в этом году или нет? А мы не знаем, еще другой год будет или нет. Мед есть у него, есть этот, но он уже, как сказать, летом качали, этого года. Но продает. А заказы будут? Ну, пока нет, никто не заказывает. Соберите, кому надо, зачтите список, сколько надо. Он может, я сказал, он просто сюда привезет. Если будет там больше 10, допустим, банок. Сейчас я подорвусь, может, сейчас уже подешевле будет немножко. Неизвестно цена? Цена была 1200, 1200. Сейчас можем за 1000 договориться. Вот. Напишите список, составьте, кому сколько надо. И тогда будет. Ну и все тогда. Так, еще какие вопросы есть? Нету, аллилуйя. Нету, Николай торопится куда-то. Так это... Да вы же устроили. Батюшка, а Никита хоть как это заплакал там, как вас встретил-то хоть? Ничего не заплакал, что заплакал? Встретились мы, благословился он. Ну да, да. Обнялись, поцеловались и все. Я коробочку ему отдал и все, и домой скорее. Я замерз, его пока стоял там, замерз. А про Максима-то что-то сказал он? Ну что, Максим нормально. Ну, все они. Максим там это... Александр. Александр тоже. Все, благополучно у них. Лучше некуда. А кто-то еще там знакомые есть там у них рядом или что? Не знаю. Да я об этом уже много не разговаривали здесь. Он там убежал с поля, видать, у них какие-то занятия там были, там, видать, и... Я уже замерз, поэтому я отдал, потому что о чем там разговаривать. Он только спросил, когда он говорит, не знаю, нам ничего не говорят, когда это что будет. И все, на этом закончились, ничего не было. И я все, уехал, и всю ночь потом ехали в машине. Брат Севастьян просит юридическую справку сообщить. Нет, прошлый раз, когда я рассказывал, что у нас, ну, по поводу общины, Виктор Андреевич обратил внимание, что, ну, очень мало было людей.
название какое у нас, какого времени и как, чтобы не было никаких больше вопросов и недопониманий, недомолвок. Поэтому я повторю, я вот сделал подборку документов, она сейчас у Марины, мы ее в прошлый раз отдали. Ну и копия, вот Игорь попросил еще Третьяков. До, то есть у нас наша община до 2012 года была зарегистрирована как Крестовоздвиженская община города Барнула и Шимско-Сибирской епархии Русской Православной Церкви за границей. 2012 год — это как раз истек срок переходного периода, и к тому времени уже была ликвидирована Шимско-Сибирская епархия. То есть епископ Евтихий стал, на тот момент был епископом Домодедовским, то есть Московской патриархии. Викарным патриархом. Да. А с этого он стал просто настоятелем храма, как я, только и всего. Ну, в 2012 году в отношении нашей общины проводилась проверка управлением юстиции. И где сказали, что поскольку Ишимско-Сибирская епархия ликвидирована, то вы должны определиться в составе какой епархии будете, либо, ну, как вариант. Правильно, по закону, правильно? Ну, по закону, да, поскольку община должна быть какой-то, ну, то есть, либо в епархии, ну, мы, посоветовавшись с проверяющей и плюс их, с ее начальником Маковеевым, нашли вариант, чтобы не относиться, не, как, чтобы община как юридическое лицо не относилась никакой больше вышестоящей организации. Кроме того, там были изменения в закон, внесены в связи с чем в названии общины должно быть обязательно указано местная религиозная организация название, ну то есть указание на то, что это местная организация, то есть нижняя ячейка религиозная организация. Дальше указание на вероисповедование, в связи с чем мы указали местная религиозная организация православных христиан. И дальше осталось наше название Крестовоздвиженская община города Барнаула. Это было проверка проводилась весной 2012 года, 3 июня 2012 года. Мы на общем собрании, насколько, ну, то есть есть протокол общего собрания, мы приняли устав новой редакции, который был зарегистрирован. В 2016 году вновь проводилась проверка, но тогда уже была проверка не плановая проверка, а проверка проводилась по требованию прокуратуры, в том числе из прокуратуры и Роспотребнадзора, из-за лагеря. В связи с чем один из вопросов проверки был связан с лагерем. Но проверка прошла нормально, все хорошо. Ну, любой проверяющий должен найти какие-то недостатки. А у нас законодательство меняется довольно часто. И в закон о религиозных организациях вновь были внесены изменения. В связи с чем от нас потребовали внести некоторые редакторские изменения в устав. В связи с чем мы в ноябре 2016 года приняли устав новой редакции. Но изменения касались исключительно связанные, вот, ну, первое, в 2012 году это связано с наименованием, то есть мы никакие наши положения в уставе не меняли, все, что касается свечей, продаж и прочих моментов. Это вопрос только касается порядка членства в общине и вот такие моменты. То есть с уставом можно ознакомиться, его сравнить с тем, что у нас было изначально. То есть получается, с 2012 года у нас не указано в регистрации отсылка на зарубежную церковь. Нет ее. Ну нет ее, вот, ну, в России ее нету. Так выходит, что вообще на церковь ссылки нету. Православные. Сами по себе. Да? Что мы православные? Православные? Да. Нет, православные. Еще раз назови полностью, чтобы... Местная религиозная организация православных христиан. Крестовоздвиженская община города Барнаула. О, что церкви нет. Слово. Ну как община, причем церковь? Община. Православная церковь. Общин у нас много. Новая Николай, ну жизнь, что ты путаешь? Православная церковь. Понятно. Православная церковь. Ну, это только юридическое лицо. Это только как юридическое лицо. Я о чем говорю? Для регистрации, да. Все. Болящий. Ну все. Болящий сначала. А что ты болеешь? Игнатьевич возьмет слово. У нас такое обычай, как бы правило, если появляются новые люди, мы их знакомим. А тут как раз говорили, батюшка говорит, собирает на что-то, ну там на храм. А я Златоуст говорит, тогда вы, такой же выбор был. Вы, говорит, делаете то, что на суде спросится. А на суде спросится, что? Напоили, накормили, посетили, навестили. Вот у нас сегодня два человека, муж с женой. Кто из вас будет говорить первый? Ну все.
Так, тогда расскажите, откуда вы, что, а я потом продолжу, чтобы не мои слова были. Ну, с вами я уже знакома. Погромче. С вами я уже знакома. И мне очень радостно, что я еще раз побывала у вас. И еще радостнее то, что я с мужем в этот раз. Вот, мы приехали на совсем. У нас билет в один конец. Мы приехали в Алтайский край. Здесь 150 километров от Барнаула. Мы там купили, то есть я купила там квартиру. Сейчас мы в ней еще и пока не проживаем, но делаем посильный ремонт, как можем там. Вот у нас загвоздка с сантехникой. А так все мы сами там побелили, покрасили, что могли. Вот. И мы остаемся здесь, вот в Алтайском крае, жить. Будем приезжать к вам. Вот. А это как хорошо называется? Вступать, не вступать, я не знаю. Пусть приступит. А откуда приехали? Мы приехали из Ливана. Слушай. Я рассказывала в прошлый раз, в феврале месяце, когда здесь была, в январе. Ливан такая теплая страна. Вы сказали, откуда вы? А как ехали? Так благодарны братьям Вячеславу и Николаю. Сейчас невозможно вообще никак добраться даже до Москвы, очень трудно. И раньше можно было взять билеты, например, Бейрут, Москва и Барнаул, прямо до Барнаула. Сейчас этого сделать невозможно. И мы ехали, значит, Бейрут, Каир, Каир, Москва и Москва, Барнаул. Вот нам заказали братья билет из Москвы до Барнаула. Но мы ехали больше 12 часов. И полеты такие и утомительные, и длительные. Ну, в общем, проехали мы столько километров, чтобы приехать сюда. Слава Богу, безопасно, сестра. Зато безопасно. Как убрать безопасность сейчас? Слава Богу. Мы в Пристанском районе. А церковь есть, да? Церковь там есть, да, батюшка там есть. Вот мы не могли приехать, мы ходили туда. Это Золотухина, да? Казанская Золотухина. Нет. Нет? Это на Оби там. На Оби, на Оби, он тоже на Оби. Районный центр вообще. Нет, а вы не знаете, там у нас такой актер Золотухин, и он оттуда. Да нет, он откуда-то из Бийска, я не знаю. Нет, нет, он из Усть-Пристани. Сбийская, он там даже церковь строит. Сын его там священником. Ну ладно. Да нет. Да, да. Елена, а дети ваши в России? Дети же я рассказывала о детях. Нет, дети, нет, дочь осталась со своими детьми там, в Ливане. Да, они живут, учатся там, дети. Ну, они еще маленькие. Сын живет и работает в Дубае. Двое детей. А Дубай это что? Какая страна? Это Арабские Эмираты. Вот, а мы приехали навсегда. У вас там война и самое спокойное. Сейчас немножко спокойно, но обстановка, конечно, ужасная. И в любой момент там вот Израиль там он начинает. А у нас все нормально. А здесь все хорошо. Все хорошо. Вот, муж привыкает. Облепиха растет. Облепиха растет. Все растет. У нас от Украины 1400 километров. У нас зимы сейчас очень теплые, почти как в Ливане. Смотрите, снега до сих пор нет. Так что привыкнет быстро. Вообще нам повезло. Бананов только не ищи. Да я не ем. Да, они плохие. Мария. Говорят, что говорит, что главное. И тут, а сюда, кто на Тоже, ты так, на... А супруга-то назовите, кто он, я уже заочно-то говорила, рассказывала о нем. Зовут час. Его Михаил в крещении. Солнце. Ну, на себе можно рассказать. Ну, пусть, расскажите нам, Михаил, кто вы, что и как. Я очень рад, что я смог. Тихо. Очень рад, что я смог. Долго мы собрались сюда. Я очень рад, что смог. Смогли сюда приехать навсегда. Слава Богу, аллилуйя. Аллилуйя. Да. Меня зовут Михаил в крещении. Мы в Ливане ходили постоянно в церковь.
православные, русские. Сам по специальности стоматолог, работал коллега. Мы с супругой жили почти 40 лет, слава Богу. Все нормально, все хорошо. Ну, дети? Дети, как сказал, дочь в Ливанс, две внучки у меня, сын еще не женат, в Дубае работает. Там, в Ливане? Нет, в Дубае. Арабский Эмират. Он там работает, ну, собирается приехать, просто навестит, может быть, следующий год. Ну, мы привыкаем потихоньку. Я здесь жил раньше 14 лет, поэтому для меня это не так тяжело. В Москве жил? Нормально. А в каком возрасте вы крестились, вот в православной церкви? В прошлом году. Там, в Ливане? Нет, здесь. Здесь. У батюшки. Отца Кирилла. Помоги, Господи. А здесь работать думаете? Да, если получится, то... Я хотела еще так сказать, что мы приехали, я сразу обратилась в пенсионный фонд. Значит, у меня документы забрали, в течение 3 месяца они будут проверять. Там у меня стаж небольшой в России, но они будут делать запрос, чтобы, видимо, там справки или чего там, чтобы мне пенсию какую-то, ну, хотя бы не социальную, а страховую. А потом я пошла в центр занятости, тоже хочу тоже там встать на учет, как бы мне так сказали, что нужно это сделать. Тоже справки взяла там, и нужно на портале там работа, как там называется, работа. Ру. Да. Вот нужно мне зарегистрироваться, вот так. То есть, может быть, мы сможем работать по специальности. Если не получится, то будем работать, где получится. Так у вас же дипломы-то российские? Да. Ну, да. Специализацию надо пройти. Да, да. Специализацию, сертификат. Дай Бог, помоги, Господи. Но у нас устроиться. Нет. А зубы у всех одинаковые, что и нефтян, что островитян. Да. Так, вот как в мире все устроено. Когда была миссионерская поездка у нас, мы дошли до Владивостока и все страны Европы и приехали в Португалию. Там город Лиссабон, столица. Никто не был, телефонов нет, адреса нет. Если там церковь, сказали, есть. И вот как Бог делает. Вот сейчас бы был здесь Николай Павлович, мужчина, Виктор Николаевич, вот, они бы то удивление сегодня выразили на своем лице. Едем прямо. Ну, мы все время выезжаем, палатку расстилали, молились, поднимали руки и въезжаем в город. Лиссабон. Дорога идет так, и вдруг маленький, как переулочек такой-то. Николай резко поворачивает. Я говорю, ты куда едешь? Не знаю, так центральная дорога ехал. Ты чего ради? С проспекта свернул какой-то переулок. Как у Бога все высчитано. Он очень сильный шофер, ну, дальнобойщик, мастер. Сидят 3 человека, тормознули, оказывается, пенсионеры. И мы стали спрашивать, это самые те люди, которые нам нужны. Так не бывает самому по себе. Мы стали говорить, один мужик послушал там, здоровый такой, и говорит, я знаю где, но туда нужно 15 евро. А у нас большие деньги, а большие их никто не берет. 500 евро, они компактные, но никто не меняет ни на заправке, нигде. А он говорит один, а по-английски мы с ним стали разговаривать, и он говорит, вот это у него деньги всегда есть, это пенсионер сидит, и по-своему, по-португальски это сказал, и тот принес деньги, мы разменяли, и он поехал впереди нас, и довез, вот где храм, он рядом дом, заехал еще в полицию спросить, где, а полиция, да куда ехали, уже рядом. А там, до этого, отец Геннадий Фас был 2 года назад.
И он рассказывает везде, что обратился в моем доме из меннонитов, немец. Стал православным. И всегда называют наставником. И там у них еще один человек был обращенный. Там в другое место отправили такой. Сам большой дали, кажется, в Израиль отправили. Ну, а мы так сказали, когда откуда-то. А у них служба только заканчивается. И престольный праздник ни раньше, ни позже. И когда там диакон вышел, меня выставил. Так, люди издалека приехали. Вы что стоите, думаете помирать? Кладите сюда евро свои. Вот я хотел этим закончить сегодня. Это самое главное. Люди приехали в новое место. Если кто пожелает помочь, мы знаем давно интернетное. Вот режет чашечки. Они сразу возьмут. Потому что много надо платить. Там полы перестилали, как я понял. Да? Вообще в квартире еще ничего нет. Ни холодильника, ни кровати. Приезжие где-то. Вообще ничего. Кто желает, это помогите. Они приехали без денег совсем. Этот вопрос... Да. Так бы, как все бы сказать, деньги они потратили закрытие. На билет, чтобы сюда хоть как-то... Относительно старости, батюшка не спросил там отчитаться, что? Первое – это накормить. Батюшка накормленный. Второе – это одеяние. Ризы лежат на месте, никто не взял. Третье – это сооружение от непогоды. Тут и все сделали как надо. Я в стороне остался. У нас все настолько благополучно идет, кроме благодарности Богу, еще и словословия. Значит, как староста я отчитываюсь, и, ну, работа большая. Я тебя каждый день провожу в интернете не меньше 10-12 часов. Столько новых людей приходит, из мусульман, из всяких еретиков. Ну, в нашей группе молятся, заходят где-то. Так, долго сегодня. У меня один материал я принес специально. Вот это вот, прочитать. Такой голос должен быть четко и ясно, чтобы вы увидели, кто мы. Православная. Вот эта газета, она выходит несколько миллионов тираж. Догадались, какая? Московский комсомолец. На Алтае. 16 лет назад. Кто желает? Ну, сначала так. Прочитайте, нет? Заголовок как начинается? Обязательно. Хач-хач, левый. А хач – это крестные ходы, как у нас куда-то идут, куда-то. Вот у них это хач называется. Вот здесь все описано. Ну, это пропущено официально из мусульманской страны. Как они приезжают на поклонение там, в Каабу, где Медина. Когда-то надо будет прочитать, если сегодня уже поздно. Давайте другой раз еще раз. Давайте другой раз. А какого года? Изберите, кто будет считать. Так, чтобы... 16-го года. Вот оно, в Московском. Да я прочитаю. 6-го года. 16 лет назад я сказал. Я прочитаю на следующем занятии. На следующем занятии брат взялся прочитать. Ну и все. У меня еще маленький такой вопрос. Последний. А к правде. Вы знаете, в войну было много героев, а здесь был один. Плотников. Дважды герой установить бюст на его родине. Вот постановили. А с его тетей я работал сторожем в одном было. Так что... И два человека только были трижды герои. Кто это были? Покрышкин. Покрышкин и Кожедуб. Кожедуб. Покрышкин сбил 53 самолета. За 17 сбитых самолетов присвоено звание. Ну, тут как раз он перешагнул еще два. У Кожедуба 64. Значит, 53-64. Это выше этого нет. Вот маленькая статистика. Это сейчас все разрешено. Теперь можно сказать. Смотрите, какое. В Японии нашелся, который сбил 87. Вот здесь самая большая цифра 64, держите. Покрышкин, это наш земляк здесь. Так. Это финлянин. Эйна. 94. 94. Дальше. Рекордсмен. Хартман Эрих. 352. Это приписывается. 352. Вы прикиньте, самый большой 64. И дальше. Да. За ним идет Барри Хорн. 311. Да. Я записал стан. Гюнтерто 275. Это все немцы. Кейтерто Отто 267. 104, которые больше 100. Больше 100. И в общей сложности вот эти вот, которые больше 100 сбили, российских, 6582 самолета. Ну и теперь говорят, причина какая? В первую очередь самолеты, во-вторых, выпускали, когда у него, допустим, 200 часов налета. У нас выпускали 8 часов налета. Он с первого же, он не знает, откуда еще повернуться. То есть
По делу Божию точно так же. Не просто так в воду зайди, а надо подготавливать. Церковь установила от 3 до 5, но такая обстановка тревожная там, поэтому церковь на это смотрит. Там я поляки хотел еще ознакомить, были, отсюда взять, перевести на это. Ну, представь себе, 352, а у Покрышкина 53, давай. На 300 больше. Игнатий Игнатьевич, там сначала они сбивали поляков, потом французов, да, потом югославов, да, греков еще, и поэтому набралось. Да. Да, это не только русские самолеты, не только. Нет, Эрих Хартман был очень молодой, в 44-м году только попал на фронт. Хартман, его когда здесь привезли, он буквально обстановку изменил. Там заключенные вывезли, немцы, то он никому не подчинялся здесь. Делал, что положено, а другие начали сотрудничать до демократической. Он никак. Вот я воевал, судите меня. Ну что, завершаем. Да. Кто не есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога снова рочую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, и о незаповедавших, привлеки их к себе любовью Твоею, отверзи им двери покаяния. Тебе за все хвала, слава, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господи Владыка, говори, да слышат и слушают рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Так, Господи. Вот на столе чашечка стоит.